Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft Seven Pixel Mode, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 48-ю серию. Ребята, что мы будем делать в этой серии? Я, в принципе, хотел сделать все-таки покеболы, но, извиняюсь, еще пока что не успел. Так, я тут что-то... Сейчас, ребята. Вот так. Ну, я извиняюсь, ребят, но просто еще не успел, честно. А вот я как раз сейчас только посмотрел, а вдруг нам тут коврик сделать, да? Например, тут, конечно, наверное, только вот так, допустим, да? И тут еще 1, 2, 3, 4, 5. Ага. Давайте, в принципе, тут тоже сделаем, что будет простаиваться, да, вот это. 1, 2, 3, 4, 5, да? Быстренько. А, ну, ладно. Хотя нормально. Ой. Да ты ж... Вот, 6 как раз нормально. 1, 2, 3, 4, 5. Замечательно. Ребята, чтобы нам можно было бы выложить вот это... В принципе, больше ничего, да? Куча у нас вот этих болов есть. Я как раз думаю, ребят... О, там босс. Сейчас. Я бы сделал, но это, ребят, сейчас очень долго вот это все делать. Арон, да? А, Арон, он же в земле. Не хочу. Не хочу. Ребят, нам все-таки нужно идти за... нам нужно идти... Так, сейчас, это сюда. Сколько? Ух, больше, чем стак. Ху, если рассудить, это очень быстро. То есть, ребят, у нас есть зачаренный вот этот, да? Мы это быстренько сделаем, но давайте, наверное, не в этой серии. В этой серии мы сделаем кое-что другое. В этой серии, как я говорил, мы, наверное, пойдем... во-первых, нам нужно... добыть себе книжечки для того, чтобы сделать себе стол зачарования, да, и плюс к тому, чтобы потом зачарить себе тот же молоток и эту же кирку, да, чтобы потом пойти за углем, потому что уголь у нас, в принципе, тоже кончается. Пойти за углем и добыть себе большое количество угля. Но плюс к тому, ребята, как раз спасибо, Майнун, ты нам одолжение сделал. В этой серии мы, наконец-то, уже прокачаем наш орк. Можно было вылечить вот это дома, но ладно, не буду я бегать туда-сюда, 16 убийств осталось, поэтому, в принципе, это не так уж и много. Ребята, что? До конца серии мы 1000000% должны прокачать орб и, в принципе, даже уже пойти на Молдреса. Нам остался один уровень Азумарилу, 4 уровня Арбоку, и мы их, в принципе, выложим. Иви, я, честно, ну, многие люди были за Амбриона, за Эспиона, за Флориона, в принципе, да всех по порядку потом сделаем, да и все. Так, ладно, ребята, давайте-ка мы пролетаемся быстренько по нашим деревням. Я бы, конечно, хотел бы вот так просто телепорт, но это не работает. Нужно писать 600, 650, 100, допустим, и 100, да? Замечательно. Нужно посмотреть, потому что книжечки нам нужны, ребят, как вы знаете. И, в принципе, нам нужно вот это все добыть для того, чтобы сделать себе стол зачарования. Но, как я понял, в этой деревне нету никаких нафиг книжечек, да? Ну, мы же много деревень находили, то есть там очень большое количество, если честно. Так, знаете что, давайте я еще немного вот это тише сделаю. Много деревень мы находили, поэтому давайте, ребят, еще полазим где-то. О, дождик. Извиняюсь, но я, наверное, сейчас тебя выключу, я не хочу. 1600 и 700. 1600, 75, 700. Главное, чтобы не в земле где-то. Замечательно. Фух. Ща, ребята. Вот сейчас уже немного... Ну, где-то вот так, что ли. Что, в принципе, знаете, балансировка такая была отличная. Это уже громко. Вот где-то... Где-то 8. Ну, где-то вот так. Я надеюсь, в этой... Ага, тут ведь... А, нет, да, тут уже мы разграбили вот это все. Тут ничего нету. Ребята, нам нужно в этой серии книжечек себе набрать. Дома у нас вроде тоже есть пару книжечек, да, но этого не хватит. Тут, я надеюсь, тоже есть.
Нет, тут нету. Да ты чё, охренели, что ли? Так, тут нету, тут, в принципе, тоже нет. В этих таких домах нету. Вот вы нафиг, а. Так, вот. Где еще ребята? Кто где помнит, где мы еще? Мы кучу деревень находили, но, честное слово, вот, еще одна. 1900-2100. 1975-2100. Главное, не в земле где-то, замечательно. Ху, быстро, быстро, быстро! Чтобы... Вот один вижу. Тут нету, да? Зато один вижу, и тут, в принципе... А тут мы... Не, ну, в принципе, 1000000%, что мы уже это все расчистили, но все же, знаете, чтобы убедиться... Да, это мы уже расчистили, то нам, в принципе, не нужно. Если бы было нужно, я бы сразу забрал тогда, когда бы я это нашел. А вот... О, я извиняюсь. Я извиняюсь, тупо по башке, но дум шишка будет максимум, я тебе обещаю. Так. Опа, опа, опа. Сколько? 15 штук, в принципе. Я не знаю, ребят, это, если честно, много нам нужно будет насобирать вот этого всего. Но все же, я сразу говорил, что мы посвятим серию вот этому. Там босс кто? Magikarp. Ультимейт босс. Ух. Тут есть еще какие-то домы. Дома, точнее. Вряд... Ну, сейчас еще проверим. Давайте сначала босса убьем. Еще и Шанни, еще и там заспавился. А, ну, тот босс уже... О, ребята, сейчас... Это самый большой босс. В смысле, в желтенький самый большой уровень. Экспешер! Экспе... да, лучше бы Экспешер выпал. Так, это сюда, быстренько и так по складам, чтобы потом... Замечательно. Кто там? Старли. А у нас случайно... А, нет, сейчас. Везер. Клир. А, ты паскуда, а? Не успели, ну да ладно. Вот так, замечательно. Но все же, ладно, не успели. О, тут еще один такой домик, тут еще один такой домик. Я надеюсь, да, там есть. А, это уже ночь, да? Так. Я не знаю, ребята, сколько нужно стак или сколько, чтобы получилось полностью, ну, на 30 уровень чаровалка. Вот это, честно, не помню даже. Но дерева у нас хватает, дерева у нас гулдин. Дерева, если честно, у нас много. Давайте, может, день включим. Просто я не хочу... О, тут, знаете, почему я день включил? Потому что я хочу вот это тут... Опа, сфоткать, потому что ночью не видно. Я люблю вот такие пейзажи, ребят. Может, потом даже какой-то отдельный альбом сделаем, там, где люди будут скидывать свои скриншоты с какими-то красивыми пейзажами. Потому что я люблю вот такое, если честно, например, даже вот сейчас. Красиво вот так. И вот там даже, например, вот. Сейчас. Как-то вот так. Реально, вот это классно, я люблю такие пейзажи. Вот ты, иди-ка ты сюда. Быстренько, гопа. Нет, не гопа, вот сейчас гопа. Замечательно, сколько? Ребят, 13. Я говорил, что к концу этой серии мы 1000000% должны это сделать. В принципе, к концу серии мы это сделаем. И, наверное, все-таки за спавнями Молтреса. Так, быстро. Экспешер. Ага, может. А что это выпал? Дик. Ну давайте, знаете что, тут есть Magikarp'ы, поэтому пока мы не будем уходить, а хотя бы парочку Magikarp'ов убьем. В принципе, даже вот два Magikarp'а убили, нам уже на два меньше нужно будет прокачивать орб. Вот, нифига себе, сколько рыбы там. Так. И сколько, смотрите, только вот на этих Magikarp'ах, сколько? Еще 6, ребята, все, можно сказать, мы уже прокачали. Так, ну давайте еще одну деревню где-то посмотрим. Одну, две, может. Ну, тут уже ничего нету. Тут... Сейчас, ребят, нужно смотреть, но тут 100% нету. Вот тут. Тут. Я помню, в этом было. Много мы деревень находили в пустынях. Вот, минус 700, 1400. Минус 700, 75, 1000. Ой, да твою нафиг. То! Какие то? Не то. Нам ТП нужен. Вот так. Ну, давайте где-то... Да ты что, издеваешься нахрен? Чё-то я, ребят, туплю. Вот так. Замечательно. Давай еще один грудоша нафиг. О, вот тут можно. Тут можно, где тут вход. А тут можно? Тут нельзя. Но зато тут... Опа. Ребят, я не знаю, мне кажется, этого уже хватит. Лично мое мнение. Ну, сейчас мы пойдем посмотрим. Так.
Ром почти. Так, что тебе можно купить? Стрелы. Ух. Ни хрена себе урончик. 9.75, тут 6. Тут... Да кто там дурак дверью балуется, а? По голове себе там побалуйся нафиг. Вот, ребята, это последний. Это последний дом, и все. Мы можем идти, этого нам хватит. Так, чтобы выкинуть. Чтобы нафиг выкинуть, что нам не нужно. Вот это давайте. Так. И все, ребята. Ех, ты твой... Кому нахрен? Кому по башке стукнуть? Кто? Зараза. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Балуется, балуется, балуется. Вот дурак, а. Так, диглеты. Ой. Ну давайте, там нам еще вроде 6 убийств осталось, поэтому, в принципе, не так уж и много. Можно быстренько... О, сам напал. Как раз прям вообще. Диглет. Так, ща, ребята, ща быстренько мы... Ой, не туда. Да ты чё издеваешься? Вот, наконец-то. По сути, там еще 3 осталось. Вроде 2, что ли? Да, 2. Ху-ху-ху-ху-ху. Так, 2 осталось. О, там Шани чуть не профукал. А, ну, не надо. Номер у нас уже есть, ребята. Ну что, потопали быстренько. Опа-опа. Нет, не опа. Опа-опа-опа, быстро, опа, тпкнулись. Ребят, сейчас быстренько мы сделаем себе книжные полочки. Это, в принципе, быстро будет, если честно. Все, что нам нужно, это пойти взять дерево и выложить вот это, вот эти все ресурсы, потому что реально много. Нужно уже себе нафиг делать вот этот большой бэкпак. И, в принципе, как мне люди говорили, мы, наверное, его сделаем так же, как и пойдем в шахту, и вдруг там, может, найдем, ну, пещеру, да, там, где будут вот эти, как это называется... Паутина, да, и сможем добыть себе какие-то вот эти фигни. Так, что можем выложить? Точнее, не фигни, а нити, да? Так, сюда что еще можем выложить? Вот так. Вроде больше ничего, да? Ну, тут вот это выкинуть можно нафиг. Там много чего выкинуть можно. Давайте прям тут и приступим. Так, 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 да? Сейчас, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Хм, 6. Либрария. Нифига себе, еще и ачивочка даже. Так, так, так. Ну, вроде все, больше мы не можем. Точнее, можем, но... Давайте... Ух, нихрена себе, ну кто помнит, мы же много вот этого всего добывали, да? Это я, наверное, зря потратил. Хотя фиг его знает. Мы же много вот этого всего добывали. В том смысле, что... Мы много ходили в джунглях, да, рубили саженцы, и, в принципе, много этого всего добыли. Давайте 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так, допустим. Мне кажется, будет хватит. 6, 7. Вот так. 2, 3, 4. Так, сейчас и вот так. Ху! 15 штук. Давайте, ребят, сейчас посмотрим. Куда нам вообще вот это нужно поставить? Я не представляю, еще мы, наверное, будем где-то место искать. Потому что тут... Вот тут... Тупо будет, если честно. Если вот это тут начинать, то... Нет, тут, ребята, очень тупо будет. А знаете что? Наверное, мы вот тут просто подвальчик потом сделаем, допустим. То есть вот тут начинается подвальчик, да? Вот тут. Тут у нас будет подвальчик. Но сейчас, в принципе, там сейчас... Ребят, там у нас босс. Пиджи. Легендарный. Можно убить, плюс к тому еще одно убийство будет. Я потом сделаю вот это, подвальчик, но просто нужно посмотреть, знаете, сколько нам вот этих нижних полок нужно. Так. Фу, предпоследний, как раз вот Арбок на нас нападает. Стоунхаммер. Нападай. Ребят, последний! Последний! Все, заполненный. Заполненный орб. Все, ребята, все. Все, 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 все. Мы можем уже топать, и мы можем уже спавнить нашу, точнее, нашего Молтреса. Что мы, наверное, сделаем? Но сейчас, дайте я просто вот это посмотрю, поставлю, как это будет смотреться. Ну, фиг его знает, честно. Я не знаю, куда это ставить. Да я просто посмотрю, это потом уберу. Ах ты нафиг, я забыл, что это так ломается. Вот так, да, нужно. Так, так. Тогда... А, нет, тут 3 нужно. Да твою налево, а. Ребят, это потом уберу, не переживайте. Потом, наверное, без съемки, чтобы сейчас время не терять. Значит, тут еще нужно 1, 2. Ну, в принципе, я могу это не ставить, вот эту часть, да, но все же я хочу, чтобы было полноценно. Тогда
1, 2, 3, 4, 5, 6. А еще лучше 7, 8, еще 10 штук. Я не знаю, хватит. Ну, сейчас мы, ребят, это быстренько посмотрим. А, нет, не лак, давайте. Зачем мы будем тратить это дерево, если у нас куча джангельского дерева есть? Вот так. Фу. Это сюда, это сюда. Это что за полка будет, да, с мяса? Так, это сюда. Вот так. Сколько нам нужно? 10, да? 3. 6. 9. 10. Все, замечательно. Я это все потом уберу, ребят. Я просто ставлю, чтобы мы могли зачарить. Вот так, да? Я это все потом сделаю, переставлю, точнее, поставлю себе, точнее, сделаю нам вот этот подвальчик, да, который я говорил, но это чуть позже. Так, это сюда давайте, и это, в принципе, по центру. Замечательно. Уровни, хотя, я не знаю, в принципе, нормально есть. Самое главное. Вот так, unbreaking. Это мы не можем, это мы можем. Max Enchantment Level 46. Ага, то есть мне не хватает, да, уровня? Да, нужно 11 уровней. Ладно, нормально, зато мы уже можем и на уголь пойти добыть, и вот это все сделать. И это я потом уберу. Но все, ребята, готово. Мы сделали себе с полностью стол зачарования. Только я даже переборщил, смотрите, 46 уровень, нужно 30. Но все же, я это сделал. То есть книжек мы добыли достаточно. Почему экономить, если мы можем сделать полностью? И поэтому, в принципе, это круто. Стол зачарования... на максимальный, ну как бы даже через максимальный какой-то уровень, и в принципе это нормально. Так, ладно, ну что, ребята, идем спамить Молтреса? Пойдем, конечно, пойдем. Только сначала, тут у нас еще даже книжечки, да, ни хрена себе, тут еще 40 книжек есть, я забыл. А, ну да ладно. Так, что мы можем выложить? Сейчас, это сюда, я вот это железо не буду выкладывать, потому что железо нам нужно. В том смысле, что чтобы нижние части покеболов сделать, да, чтобы потом много у нас их было. Что еще мы можем выложить? Это выложим. Да, в принципе, вроде все, что ли. Это, я не знаю, это нужно. Ну, пускай пока что лежит вот там. Тут еще, смотрите, о, там еще босс. Старли. Ультимейт босс. Ультимейт босса нужно убивать. Это самый большой уровень. И с него, походу, самые большие... ну, самый большой дроп, да? Быстро, быстро, быстро. Арбуку еще 3 уровня, поэтому, в принципе, нам нужно постараться как можно быстрее прокачать всех. Какой ты там, Старли? Нифига... О, нифига себе. Куча, нахрен. Куча всего, как всегда, да? Но не то, что нужно. Так, вот так. Что-то еще выпало. Ну, вроде все, да? Вроде мы все подняли. Замечательно. Ну что, ребята? Идем мы, наверное, за Молтресом. Ой, это кто там? Майнун, да. Идем мы за Молтресом, но, наверное, сначала поспим. Еще знаете что? Может, наверное, нам еще вот тут коврик нужно будет сделать. Вот тут, хотя я не знаю. Ладно. Потом посмотрим. Фу, стол зачарования, отлично. В следующих сериях мы, наверное, ребята, пойдем в шахту, так как я говорил, потому что в шахту тоже иногда нужно ходить. Я надеюсь, все с этим согласны. Это полностью сюда. Это все можно выложить. О, тут ни хрен, ребята, ни хрена себе, сколько у нас там ресурсов. Тогда вот это нафиг выкладываем. Смотрите, у нас тут еще стак один есть. Охренеть просто. Еще вот это. Вот это. Ладно. А знаете, 10 алмазов. Просто хотел себе сделать алмазные печки, но у нас не хватит. Нужно потом будет. Ну, если мы пойдем в шахту, то вдруг повезет, мы добудем вот это все. Там еще босс. Ну, я не знаю. Ну что, ребята, топаем за Молтресом. Только знаете, что нам в первую очередь нужно сделать? Ну, это сейчас я выкину. В первую очередь нам нужно поменять... Давайте сначала... А, Зумарил! Ну, ладно, его уже нужно было выкладывать один уровень назад, но ладно, уже прокачаем ее к четному числу, то есть к 45-му прокачаем, потом выложим. Так, Пласло давайте на Чаризарда. Потому что... А вдруг Молтрес взлетит? Ну, в принципе, наверное, так и будет. Как мы его нахрен словим, да?
Нужно было нахрен выложить Азумарила, уже не знаю, уровень назад, да, но я забыл. Потому что мы, в принципе, боссов убивали. И сейчас я не буду, ну, не нужно его выкладывать, потому что он... Пример был. Потому что он такой уровень, что... Не хочу его выкладывать, чтобы он был не сороковым, ну, в смысле, четным такой сороковой уровень, да, а 41-й. Я таким не хочу, чтобы он был, поэтому я, наверное, его потом выложу. Это я подобрал, не подобрал, что мы можем выкинуть нафиг. Вот это можем выкинуть. Так, сейчас, ребята, секундочку. Ну, вроде, короче, даже если тот бул мы не подняли, а мы подняли. Потопали, ребята. Так, больше тут. Потопали спавнить Молтреса нафиг. Так, это сюда. Все, ребят, мы готовы. Мы готовы. Так. Где? Где? Вот. 4500. Ни хрена себе. 475, 100, 4500. На всякий случай, да? Опа, опа. Это кто там? Райдон, Рарбос. Ну, давайте еще его убьем. Вот как раз он перед нами, поэтому... А Райдон у нас есть? Вроде у нас нет Райдона. Да почему ты на него напал? Не 49 уровень, а на босса. А хотя на Райдонах тоже можно качаться. Они прям большие уровни. А знаете что? А, наверное, днем мы так и будем делать. Днем мы качаемся на Райдонах. А ночью на Бишарпах. Так, это сюда. Замечательно, что мы можем выложить. Мы ни хрена уже практически не можем выложить. Фу, все, хватит. Пошли, ребята. Арбуку еще один уровень, а Замрилу 3. Мы его, их потом выложим. Опа, сейчас, ребята, секунду. Смиргл. Это, я... Ой, ну ладно, потом словим. А вот этого у нас нету, это, в принципе, новый какой-то покемон, я его еще и не видел. А ну давайте просто посмотрю, есть ли у нас Райдон. Райхорн, точнее, есть. Замечательно, еще уровень кому-то дал. Азумарилу. Фу, ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы? Только знаете, нам, наверное, сейчас, секунду, дайте сюда взлечу. Потому что нам нужно выкинуть вот это, чтобы потом у нас свободное место в инвентаре было, чтобы можно было сесть на Черизарда, если вдруг взлетит Молтрес, да? А он, в принципе, и взлетит, мне так кажется. Фу, ну что, ребят, вы готовы? Давайте. Момент. Наконец-то. Мы прокачали орб и нашли алтарь для Молтреса. Не взлетай, не взлетай, паскуда! Да дай нам сесть! Так, ты где? Ух, ребята, погоня нафиг начинается. Хотя какая погоня, я даже не знаю куда. Сейчас. Да не в себе в жопу кидай, я... О, наконец-то. А, в принципе, не такая большая погоня. А то он залезет в ультрабол. Вы чё, мне не верите? Ха-ха-ха-ха-ха. Конечно, он залезет, чё вы думаете? Ну ладно. Ладно, тогда быстро в паркбол. Даже не раздумывай, это же паркбол, чё ты хочешь. Нет, ну там вроде есть какой-то процент, что он не залезет, но все же. Но он залезет. Да, он залез. Ребята, поздравляю, снова легенда, это у нас Молтрес. Сейчас, знаете, что нам нужно делать? Хотя зачем я брал покемона, если у нас есть крылья? Ну, в принципе, если бы он взлетел на какую-то большую высоту, то вряд ли мы к нему бы подобрались близко, да? Ребята, поздравляю с новой легендой. Сейчас нам что остается? Что нам сейчас остается, ребята? Это найти, хотя бы постараться найти алтарь Артикуно и алтарь... Забдуса, хрен это знает, найду я или нет, но все же, нужно будет постараться. Да, пример, бол пофиг, знаете, не словим, не словим. То есть у нас уже на готове там есть много частей, мы это все сделаем. И быстренько вернемся и всех продолжим ловить, да? Ну что, ребята, новая легенда, замечательно. Замечательно, давайте, в принципе, рассмотрим, я через Арда... А чё, через арт уровень выиграл, или он, в принципе, такой был, 41-й?
Так нет, мы же вроде ни с кем в бой не вступали им. Ну ладно. Кого мы выложили? Вот, Пласл. И Забдос. Забдос. Точнее, какой нафиг Забдос? Молдрес. Так, ты, я где? Молдрес. В паркболе. О, ребята. Текстурку бы ему поменять. Но все же, ребят, мы словили новую легенду, точнее, заспавнили. И это круто. Так, это сюда. На этом мы, наверное, ребят, уже будем заканчивать. То есть, все, что нам нужно будет в следующей серии, прокачать еще один уровень Арбоку, прокачать два уровня Азумарилу, и мы их выложим. И возьмем каких-то два новых покемона. Но перед тем, как еще закончить, давайте быстренько пойдем. И поставим новых людей в скайп. В скайп. При чем тут, ребят, скажите, при чем тут, почему я сказал скайп? Меня колбасит уже, походу, короче, по полному. Почему я скайп сказал, это я вообще не догоняю. Так, опа, ребята, вот что я заметил. У нас тут пустует местечко. Так, Хренакс Марил, потому что первой эволюции у него нету, только вторая и третья. Вот так. Так, кто у нас дальше идет по списку? Дальше у нас идет по списку Нестори Кет. Поздравляю, ты попал в музей. Ну, на всякий случай, а то вдруг обижу. Не буду знать, кто это, да. Так. И Азумарил. Нет, давайте. Ну, какой-то, я не знаю, такой, что ли. Кто у нас дальше идет в списке? Бабахо и Бастер. Два братья. Я не знаю, кто ты из них, но я поставлю тогда... Нет, ой, куда это? Вот так. Я поставлю вот так. Бабахо и Бастер. Потом, если захочешь поменять имя, в принципе, напишешь, я потом тебе поменяю. Фу, вроде на первом этаже у нас вроде никого нету. Кого мы можем добавить? Бум-бум-бум. Туда-сюда мы еще не будем добавлять. Сюда вот этот чувак уже вылетит. Наверное, мне так кажется. Этот, я не знаю, вроде тоже, что ли, не знаю. Еще Алаказама нужно будет прокачать точно. Но это мы потом сделаем. То есть, ребята, через пару серий у нас же вылет из музея. То есть, каждые 10 серий или сколько там мы проверяем тех людей, которые попали в музей, продолжают ли они комментировать или нет. Если нет, то тогда вон с музея, так получается. Так, тут кто-то есть, кого мы прокачали? Да, есть. Дальше, кто у нас по списку идет? Я говорю, что в этой серии я добавлю 5 человек, поэтому добавляю 5. Гулбат, Вадим Мутрук, поздравляю. И дальше по списку у нас идет Салимжан Бакиев, поздравляю. 4 новых человека в музее. Так. Так, еще одного. Куда? Сейчас посмотрим. Тут у нас заполнено. Вот, Гулдин. Дальше идет у нас Леон Коров. Поздравляю. Коров или Коров, наверное. Я извиняюсь, если я неправильно фамилию читаю, но, в принципе, вы тоже должны понимать, что я не могу знать, как читается ваша фамилия. Поэтому заранее прошу извинения. Ну что, ребята, заспавнили Молтреса. Прокачали чуть-чуть покемонов, сделали еще что-то сделали. Потом еще нужно будет коврик себе сделать, да? Я, наверное, себе не красный сделаю, а оранжевый. Потому что я не знаю, ребят, я хочу оранжевый. Я хочу не красный, и, в принципе, красных тут цветов до хрена. Я могу просто прям вот это все сразу взять и сделать себе коврик сразу же. Но я не хочу красный, я хочу оранжевый. А оранжевый, в принципе, вот это... А хотя, ребят, сейчас, не будем мы заканчивать еще. Давайте вот сюда. 2800. Это легко запомнить. Там целый беспамятся. Сейчас мы тпхаемся, она сразу спавнится. Это 100%. Так, давайте, я не знаю, может чуть-чуть шейдер. Вот. Это быстренько мы соберем. Нужно как можно больше собрать. Фиолетовые тут есть. Тут, в принципе... Оу, это мое? Нифига себе, еще до сих пор тут лежит. Это красные, да? Нам нужно розовые. Да. Ой, иди сюда. Это, в принципе, не поднимай, пожалуйста, ничего. Ледиба. А ну, Ледибия. Иди ты нафиг сюда. Ой. Хотя, нет, ну, сейчас не выпало.
Ну, нитка, да, но все же. Так, ребят, мы это быстренько соберем. Я и забыл, если честно, что мы можем сюда пойти и не париться, а просто вот тут это все собрать, да и все. Тут же много цветов. Это и цветочный биом и есть. В принципе, мы сюда даже можем в следующей серии пойти. В шахту. Я, наверное, сейчас туда забегу, и в следующей серии мы там, наверное, и продолжим. Так, ну, вроде хватит, мне так кажется. 1-2, да, в принципе, все, давайте потом, если что, добудем еще шерсть. Мы, наверное, ребят, в принципе, даже вот сюда, в эту шахту и пойдем, если тут, конечно, есть какое-то продолжение. Мы же зачарили на максимум. Это, в принципе, тоже все можно собрать. Но почему бы не собрать? Ну почему? Вы плюс к тому и опыт. Ну, железо, конечно, опыт не заработаем, но все же. Смотрите, ребята, я вот этот добуду только. Посмотрим, сколько нам выпадет. Мы уже можем сейчас на брейкинг фул зачарить. Сейчас мы, наверное, это и сделаем. Сейчас, давайте покушаем. В следующей серии, ребята, мы идем в шахту, как я уже говорил. Это недолго, то есть, знаете, нам, в принципе, 5-10 минут даже хватит. Поэтому не переживайте, что мы там долго будем находиться, а мы не будем там долго находиться. И сделаем также покеболы. Сделаем, ребята, мы сделаем себе кучу покеболов. Смотрите, стак, стак, стак. Мы это все сделаем, будет много покеболов, мы пойдем немного в шахту. И, в принципе, на этом, наверное, и все. В шахте мы долго не будем, еще раз говорю. Так. А прикол, мы еще вот только вот эту кучку выкопаем, и все, нам уже, наверное, угля хватит. Так, сколько? Больше нахрен, чем стак. Уже. Охренеть, вот кирка, да? А, вот так. Ну что, ребят? Ну что? На этом мы, наверное, заканчиваем. Мы, в принципе, еще можем сейчас именно на бишарпов пойти, но... Ну, сейчас нет. То есть уже много, уже, наверное, нужно заканчивать. Это я потом еще раз говорю, перемещу. Да что ты глючишь, ша, я не знаю. Перемещу, поэтому сейчас... Потому что сейчас, в принципе, там мало места, я это долго делаю. Поэтому потом перемещу вот это все. Так, ну что, ребят, на этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.